Девчонки, всем привет! С вами Леся, и сегодня я хочу вам показать небольшие, не скажу, что это покупки, да, это, скорее всего, подарки. Они небольшие, они бюджетные, но они интересные, я хочу вам их показать, чтобы вы знали, что они у меня есть, и, собственно, пользоваться. В общем-то, как всегда, кто знает меня, кто меня смотрит, мой муж ходил в обычный, да, там, продуктовый магазин, и... Там очень много наборов, ну, наборов таких вот обычных масс-маркета, то есть очень милые, очень красивые наборчики, и я неровно дышу к наборам, он мне пофоткал, говорит, смотри, какие есть, выбирай, тебе что-то из этого надо, и меня заинтересовала вот такая вот парочка от марки Сьюз, это мицеллярный шампунь и невесомый бальзам. Сейчас очень модно делать, да, все мицеллярные шампуни, мицеллярные бальзамы, и все там мицеллярные, мицеллярные гели для душа, и мне вот эта вот тема подходит, мне это действительно нравятся шампуни, вот они действительно как-то классно работают, и, девочки, вы не поверите, у меня сейчас один шампунь, все, больше у меня нет ни шампуней, ни каких-то бальзамов, масок, это у меня вообще давно закончилось. То есть у меня один шампунь в ходу, и все, больше нет никакого запаса абсолютно. Все я использовала, прям вот, знаете, до последнего. Поэтому, конечно же, мне, во-первых, актуально шампунь и бальзам. Во-вторых, очень красивый наборчик. Девочки, присмотритесь, я вам не той стороной его положила. Посмотрите, реально, как он классно, красиво и реально стильно, дорого смотрится. Вот так вот. Классно, по-моему, очень круто. И заявлено, что 80% скидка на бальзам. Давайте его откроем, потому что я сама не открывала. Знаю себя, что я могу повредить упаковку. Все равно буду доставать, пользоваться, ставить в использование. Это у нас шампунь. Ой, прозрачный. Я очень люблю прозрачные шампуни. Прямо обожаю. Не люблю вот эти такие кремовые. Ой, прошу прощения. И бальзамчик. Классные большие объемы по пол-литра, девчонки. Очень классно. Смотрите. Давайте посмотрим, как они пахнут. Классно пахнут. Какой-то цветочный аромат. Не сладкий, не приторный. Вот такой немножко освежающий. Поэтому рада. Это линейки Pur. И буду, конечно же, с удовольствием пользоваться. Следующие такие вот подарочки я хочу вам показать. Дело в том, что в Москву приехала моя давняя подруга. Вы не поверите, мы с ней не виделись 20 лет. Да, девочки, 20 лет. Она сама родом из Украины, с моего родного города, но она уже 20 лет живет в Америке. И она вот путешествовала и была на Украине, потом вот она приехала в Москву, в Россию, да, и такие вот небольшие мне презентики привезла, которые я очень хотела попробовать, и это покупки из магазина Ева. Есть такой на Украине магазин Ева, я никогда там не была, то есть я достаточно давно уехала с Украины, и то, что сейчас там подкрывались какие магазины и так далее, я с ними не знакома, потому что именно когда я там жила, этого всего не было, поэтому мне хочется очень попробовать, но там я не бываю, поэтому очень рада попробовать. Итак, во-первых, торговая марка в Еве, вот так вот называется, Май, она есть My Body, она есть My Face, My Hair для волос, то есть у них вот линейки идут для разных частей тела, да, то есть для лица, для тела, у них очень много-много всего, и вот такой вот баттер My Body, это у нас увлажнение, масло ши и масло оливы, это у нас гранат, 24 часа, очень интересно, конечно, попробовать. Достаточно свежие сроки годности, то есть можно еще немножечко в запасе полежать ему. Безумно рада. Смотрите, он такой вот густой, то есть он не переливается, там не сыпется. Это реально как какой-то вот баттер такой, жирненький крем. Безумно рада, что мне Оля, Олечка ее зовут, эту мою подругу, привезла такой вот подарок. Ну, собственно, раз я уже засветила, также вот такие вот маски, нежное очищение, микромассаж,
Сейчас вспомню слово. Кисневыми бульбашками это у нас воздушными бульбочками. Ой, девочки, я и мой украинский. Я, если вы, может, думаете, что я умею разговаривать, но нет, я бегло не могу. Я все понимаю, но не могу бегло разговаривать на украинском. Вот такие вот маски. Их три. Конечно же, хочется их попробовать. Это не тканевые. Здесь вот какая-то как водичка, что ли. После нанесения сразу превращается в обогащенную воздухом пену. Вот так вот. Ага. Очень тут классные обещания, поэтому с удовольствием попробую. Потом уже вам в пустых баночках расскажу. Также в Еве есть марка Greenway, фитолиния. Вот такая вот Greenway, это тоже марка торговая Евы. И это у нас крем для рук, интенсивно увлажняющий, экстракт клубники и глицерин, 80 мл. Мне, девочки, именно хотелось попробовать то, что я не могу купить здесь. То есть вот именно торговые марки. Вот, да, они бюджетные, но мне они и интересны, то, что нигде в другом месте их не купить. Поэтому с удовольствием попробую этот кремушек. Надеюсь, очень будет пахнуть круто. И при этом мне нравится дизайн. Он такой лаконичный и при этом такой яркий, красивый, как по мне. И следующее также Glam Bee. Это уже марка декоративной косметики. Также представлена только в Еве. Посмотрите, это вот серия у них специальная с кошечками. Посмотрите, какая красота. Это тушь для ресниц. Прикольно, смотрите, да? Так, тушь для ресниц черная, по-моему, она подкручивающая. Кстати, сделана в Италии, крем сделан вообще в Польше, то есть вот My Face, да, а это у нас Альянс Красоты, но это уже в Украине делается Альянс Красоты, они много серий из Гапчинской выпускают, ну, в любом случае, да. И еще вот такая вот Voluminous Lashes, ну, да, объемная тушь с такими вот котиками, безумно интересно будет попробовать. Это все, что вам хотелось, девочки, показать и уже поставить в использование. И уже ждите в пустых баночках мои отзывы. Надеюсь, вам было интересно и полезно. С вами была Леся. Всем пока-пока.